12 июня, Люсиль. Вот такие вот громки после опыления. Оставил 4 вазы. Которые так более-менее по 2 громки висит. Ягода уже довольно-таки крупно. Изумлением. Не знаю, как быть с этим 5-м побегом. Сейчас все-таки его удалю. Слабенький совсем урожай. На нем прицепился. Себя вдохнуть аромат этого сорта. Цветочный аромат при созревании просто обалденный. Пока только из-за этого этот сорт на вкус не пробовал, не знаю, но в этом году надеюсь, что-то попробую. Пока по этому сорту все идет неплохо. Всем спасибо. Пока.